погуляли по Москва-Сити, поели нормально, как нормальные гачимучи макдаки. Едем обратно в отель. Вечер добрый. Мы, короче, погуляли по Москва-Сити, прошлись, зашли, вкусные точки зашли, поели. Потом зашли в офис немножко, пробили. Теперь мы зашли домой уже, все, приехали. Гуляли по набережной, на Волгу, на эту московскую речку посмотрели. Сейчас я немножко покушаю. Поэтому пойду, закончу регресс, ну не закончу регресс, а пройду кейсов 60, потому что завтра до обеда надо все пройти, потому что будут гоняться автотесты, потом смоки проходить. Если я сегодня поработаю ночь, вот уже мешки под глазами, то четверг, половина вечера и пятница уже будут более-менее свободны. По сути, у меня только четверг нормально будет свободен. В пятницу пойду уже к своему другу, по баскету мы будем там тоже гулять, что-нибудь делать.
Что еще? В Москве очень дорого по продуктам. Я не ожидал, что настолько дорого. Хотя я как бы в айтишке работаю, но дороговато. Что еще? Сейчас я подустал. Маленько отдохну, поем. Пойду поработаю еще. Сделаю зарядочку вечернюю. И спать. Осталось 70 кейсов пройти на двоих, я думаю, пройдем, сегодня регресс закончим. Буду умываться, кушать завтрак и собираться на работу. Впрочем, сделал с утра зарядку. Сейчас пойдем на работу, созвоны, обеды, встречи, закончим регресс. Потом пойдем, поедем Красную площадь. Патрики, Арбат, поснимаем контента, сделаем фотографии, замутим инфобизнес, наберем аудиторию, не заплатим налоги из этого. В общем и целом, поехали. Yeah.
Всем привет! Сегодня последний день жизни в отеле. Сейчас я уже собрался, буду выходить на работу. Получается, работаю. У моего друга будет игра по баскетболу. Всем привет! Доброе утречко! Сегодня была последняя ночь в отеле. Сейчас я уже собрался, пойду в офис. Сдам номер. Сегодня вечером пойду к другу. У него будет баскетбольная игра, возможно, я успею к нему, может быть, нет. Потом мы с ним погуляем, сходим в спортзал завтра с утра, еще на Московскую площадь зайдем, что-нибудь придумаем. Ладно, поехали на работу. Кстати, сегодня увижу в первый раз своего лида, подпишу документы, то, что мне высылали технику, ну, типа, как акт приемки передачи. Вот, и... Ладно, давайте выходить.